Почему? Потому что у нас будет то, вот мы еще с вами много полезного расскажем. Вот. Я еще раз покажу вот это вот. Только не думайте, что я извращенец. Я нормальный мужик. Смотрю с удовольствием. Вот. Книгу я взял в библиотеке. Это значит, что это не порнография. Вот. Здесь я выпилил показать, как уничтожают деревья, и сказать, что если наука не одумается и не откажется от этих ран на кольцо, то она и так с голой задницей, и мы вместе с ней, миллионы людей, своими руками калечат деревья. Вот это я называю коллаж. По-моему, удачно получилось. И войдет когда-то в будущие учебники. Потому что сейчас уже никто не стесняется на голую задницу смотреть. О, и матом крыть в эфире. Ладно. А хотел я вам показать вот это. Да, кстати, если кто хочет, пожалуйста, я не откажусь, оставь 200 рублей. Значит, уважаемый Михаил Свинин, вот, еще быстренько, у вас же надо срочно меры принимать. Вот так у вас лопнуло. Так. А несколькими годами раньше у человека так же лопало, он взял и дико обмотал так, что все-таки карата, видите, как здорово. Он бечевкой мотал со всей силы, и он дерево спас, он потом мне писал. Как спас? Видите, а он же не... кора продолжала дышать. Все-таки бечевка, а не какая-то там это, пленка и прочее. Вот. И вот это пользуюсь чужим советом. Я не брезгливый, я люблю советы. Так что, может быть, спасете вот это. Вот это я хотел сказать, так? Я хотел показать, ребята. Ну, я все заканчиваю. У вас проснулась одна слива. Это сигнал, что пора садить. А у вас, может, снег лежит. Спасайте, как хотите. Но вот когда первая из десятка лопается, это сигнал караула как-то. А вот это еще интереснее. Вот. Ой, нет, в следующий раз я расскажу. Ну, а что теперь? Мы с вами поговорили, поговорили. Вот. А что другие будут думать? А вот теперь смотрите. Узнаете, Сент-Джорджо, значит, мое. Видите, сколько их проснулось? Значит, здесь что-то не то, а ранняя всхожесть. Вот. Почему? Каждый день или там раз в 3 дня пакует посылки моя помощница. И у нее пока, я говорю, каждый покажешь вот такие вот, пока появляется крайне редко, может, одна из сотни. Вот. В холодильнике у меня очень холодно. Вот это хотел показать. То есть, ребята, мало того, что выписать, что спасти надо. Но вот такие я садил Тимоша. Зашли практически все, я сам удивился. У меня половина сходила вот таких. А у Тимофея все. Вот. Потом еще какой-то момент очень важный. Какой-то важный момент. Ой, квинти лопнула. Вот что значит, где много снега. Это ужасно. Даже яблони не выдержали. Вот. Это мы еще будем проходить, это будем проходить. Вот. Это будем проходить. Это мы и потом успеем, да? Вот. Это и потом успеем. Еще одно хотел, очень важное сейчас. Представляете, семечек, все это человек выросил. Ну, семечек! Из моих, кстати. Вот. Про это тоже в следующий раз поговорим. Уважаемая Наталья, вот, не успел ничего. И про эти ошибки, про мульчирование тоже поговорим. Где-то какой-то важный момент. Это все важно. Это спасение садов, но... Вот, но. Вот. Ой. Нет, не успеваем мы. Два важнейших момента. Первый. Это акклиматизация погрели, то, чем мы занимаемся. И второе, видите, это тот самый, я не говорю, что он так делал, но в кино его показали вот таким. Умудриться с обрубками корней и нетронутой кроной пересадить, садить деревья. А потом написано, большая часть погибла, понятия обрезки при посадке не было. По крайней мере, эти консультанты фильма, а это же Мичурин. Консультанты это были как минимум академики, профессора, они даже не знали, что такое обрезка. И все эти яблони можно было спасти, корней достаточно. Вот, все. Мы заканчиваем это. Конечно, я и половину не рассказал. Ну, что вот там столько всего. Вот, Гугушкину я ответил полуутвердительно.
Надо по принципу бери больше, сади дальше, отдыхай, пока летит, все это все надо, надо, надо. Вот. Как можно больше опыта всей страной, всеми студентами. А пока ни хрена, ни один студент, это кроме моих двух, которых я обучил, вот, Савинич и Матвеевы, выпускницы университета, больше никто не умеет садить деревья. Ну и те, кто вот с вас обучился, а? На всей стране за все годы, включая публикации в журналах, газетах, ну, несколько тысяч моих последователей. А дальше не идет. Только сунутся их тут же по морде, так же, как меня с этим, с братом, по морде. Какой-то металлург, т-т-т-т-т. Вот. Даже не знаю, какой страшный вред приносит. Я дерево с искалеченными штамбом, листья гниют уже, покрылись грибами. И вместо того, чтобы найти причину, взять и опрыскивать. Мой любимый пример. Реанимация это. Дезодорантом опрыскать больных, встанут и пойдут работать. Все. А здесь они это делают. В садах. Самое страшное, других учат. Все. Наша песня хороша. Мы переходим с вами и расстаемся на 5 минут. Мы переходим вот сюда.